1 июня на храмовом сквере Мирного собрались горожане, которые еще не умеют ходить. Зато их мамы виртуозно управляют колясками. Кроссовки сейчас в моде. Иначе бег с коляской, да еще на каблуках, был бы зрелищем не для слабонервных. Зрители и так неоднократно вскрикивали, когда та или другая мамочка закладывала крутой вираж. На бегу, управляя коляской, нужно было успеть поговорить по телефону, загрузить хозяйственную сумку и даже повесить на веревку ползунки. С заданием мамы справились, при этом ни один малыш не заплакал. Привыкли, наверное, к частым прогулкам. Наш женский клуб «Мир мам» мы создали как дружеское объединение. То есть это были все девушки, обычные горожанки, которые во время беременности познакомились. Мы вместе друг друга поддерживали, вместе родили наших малышей, вместе их растим, встречаемся, устраиваем разные мероприятия для нас в нашем клубе. Но сегодня мы решили пригласить и других горожанок. Я пока не вижу большого ажиотажа, но все-таки думаю, что, может быть, увидят краем глаза, может быть, в следующий раз подтянутся. Ксения Мартынова ежедневно проводит с 7-месячным Михаилом по 4 часа на свежем воздухе и уже точно знает, у каких колясок самые надежные колеса. Самые лучшие 3 в одном, вот зимние которые. А летом, ну вот, прогулочная, самый оптимальный вариант. 2 команды мамочек соревновались азартно, бегали легко, демонстрируя прекрасную спортивную форму. Папы предпочитали быть зрителями. Я смотрю, ваша коляска подготовлена к конкурсу? Да, подготовлена, но бантики – это означает, что наша группа, чтобы мы друг друга узнавали. То есть, вот номера у вас на коляске. Ну, это для себя. Таисия Андреевна, это кто, водитель или пассажир? Пассажир, моя дочь. Как и всякий приличный конкурс, ралли на колясках оценивала жюри, представители городской администрации. Но победителей решили не выбирать. И всем без исключения участницам вручили призы – наборы для детского творчества. Сложно было сегодня соревноваться? Нет, не сложно, а очень интересно. Нам очень понравилось бегать, участвовать. Это здорово, что организовали такой праздник для нас, хоть какое-то разнообразие. И, в общем, мы очень счастливы. Бельевые веревки пригодились не только для эстафеты. На одной из них мирнинские мамочки развернули фотоэкспозицию. Но выставка приурочена к Дню защиты детей. Вообще это фотографии нашей группы. У нас клуб мамочек организованный. И часто проводятся конкурсы, вот, тематические.